Всем привет! Вы на канале Птицы региона. Приятного просмотра! Всем привет, друзья! Ставлю западок на вышку. У нас холодно. Весна холодная в этом году. Подготовил западок. Снег. Повешу щегла, зеленушка. Все, птица накормлена. Воду поставил. На улице минус один. Ближе к нулю уже. Смотрите, поймалась зеленушка, самка, без хвоста. Кто-то или поймал ее уже и вырвал хвост ей. Видите, нету хвоста у нее. Или у нее выпить какая-то, видите, возможно, инфекция, или кто-то гнял ее. Прям. Отпущу, видите, кто-то. Или выщипала ее, или под копцем была, или что-то непонятное. Отпускаю. Смотрите, опять поймалась эта самка, которая без хвоста. Видите, хвост или кто-то поймал ее, ободрал, или хищник, может быть, гнался, или кошка. Отпускаю, мне ей, видать, понравился самец мой. Видите. А здесь, смотрите, какой поймался красивый вьюрок. Очень красивый, смотрите. Смотрите, какая шапка у него черная. Это взрослый вьюрок. Прям, смотрите, смоленистый. Яркий, оранжевый. Под крыльями желтая. Пока посажу его, может, поймается самка, и мы сравним самца и самку с вами. Посмотрите, разница какая. Он даже сильно не бьется.
Друзья, смотрите, что поймалось на западок. Это бывает крайне редко, когда на западок, который висит на вышке, ловится зяблик. Обычно зяблики редко ловятся так вот, чтобы на вышке стоял западок. Они осмотрительные, осторожные. А это, смотрите, поймался. В том году у меня тоже был поймался, но у меня камеры не было. Смотрите. Красивый зяблик, самец. На камеру мы увидели его. Пока отпускать не буду, посмотрю. Нет, оставлю себе его в вольер. Здесь у меня этот юрок сидит, который поймался перед этим. Повезло сегодня. Красивый зяблик на западок. Ну, давайте дальше продолжим. А такая маленькая. Отпускаю, друзья. Маленький кусается. Не, поет. Видите? Молодец.